Дмитрий Орешкин, профессор Свободного университета в Риге. Дмитрий, я вас приветствую. Очень давно вас не видел, не слышал в нашем эфире. Очень рад вас приветствовать на утро февраля. Добрый день, здравствуйте, Питер, здравствуйте все. Ну, жизнь такая, что не успеваешь везде успеть. Абсолютно с вами согласен. Дмитрий, хотел вас с такой темы начать. На самом деле касается Грузии и вот того, что заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая считает неприемлемым решение властей России, отменивших визовый режим для граждан Грузии, разрешивших прямые рейсы в страну. Об этом Зурабишвили написала в своем твиттере. Президент Грузии заявил: очередная российская провокация. Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию. Ну вот, вы знаете, неожиданный даже для вот президента Грузии, неожиданный жесткий такой вот стейтмент, заявление. Ну вот зачем это, собственно, России? Таким решением Российская Федерация хочет выгнать остатки несогласных из Российской Федерации или заманить граждан Грузии в Российскую Федерацию? Для чего, как вы думаете, это решение? Или это своего рода троллинг Грузии? Тут еще нужно добавить, что ни один из лидеров Грузии, ни премьер-министр, ни президент не были на этом параде, где был их коллега по региону Никол Пашинян. Ну, вы знаете, я, честно говоря, всерьез этот вопрос для себя не обдумывал. Зачем это нужно России? Возможно, это одна из попыток проломить блокаду. Во всяком случае, в западном направлении. Сейчас из России можно выбраться практически только через Стамбул. Ну, люди во всем мире летают на самолетах. Если ты хочешь попасть куда-то в Европу или в Соединенные Штаты, или еще куда-то, ты летишь через Стамбул, как правило. Но можно, конечно, еще лететь через Астану, через Бишкек, через другие столицы среднеазиатские, но это дольше, дороже. А здесь, конечно, это было бы технически выгодно для Грузии, потому что резко усилился бы транспортный поток. Это, в общем-то, серьезные деньги по нынешним временам. И, наверное, это было выгодно бы путинской бригаде тоже, но не только ей. Огромному количеству российских граждан, которые в том числе хотели бы уехать из России. Поэтому инициатива, скажем так, выгодна, наверное, современному правительству Грузии, но не президенту. Мадам президент занимает отдельную позицию, и у нее довольно сложные отношения с правительством и с господином Иванишвили, насколько я понимаю. Ну и она довольно жестко формулирует свои слова. А, наверное, ну, те лоббистские группировки, которые как раз эксплуатируют интересы бизнеса грузинского, они были бы склонны это решение поддержать. Ну и, что интересно, поддержали в Москве. Это значит, что они ощущают дефицит кислорода в западном направлении. Им надо как-то летать, потому что действительно, видимо, блок поставлен довольно жесткий. Раз инициатива исходит со стороны Кремля. Ну вот, собственно, есть даже такая версия, что президент Грузии, очевидно, боится, что половина страны сбежит работать в более экономически успешную и развитую Россию, а она останется один на один с иммигрантами из России, которые кинзмараули и шашлыку предпочитают соевые латте и разные другие продукты. Вот так говорит Никита Ляховецкий в том числе. Ну и здесь, наверное, больше вопрос не в авиасообщении, а именно в безвизе. По крайней мере, такой нарратив толкают пропагандисты. Ну ладно, это просто что касается совсем уж свежих событий. Хотел с вами поговорить, конечно, о долгоиграющих перспективах. Вы все-таки один из самых известных историков в России, географов. Я каждый раз говорю историк, вы всегда меня поправляете. Но, тем не менее, вот в одном из своих интервью, вы дали это изданию «Фокус», Дмитрий, вы говорили, что после падения режима Путина в Российской Федерации будет переходное правительство и начнется некая война элит. При этом победит тот, кто будет больше вооружен, что может вообще стать предпосылкой для гражданской войны.
И вот вопрос, что в этой ситуации будет российская оппозиция, которая в том числе сейчас находится в большинстве своем за границей. В современной истории Российской Федерации можем вспомнить два знаковых событий. Гражданская война 1917 года и распад Советского Союза, когда Российская Федерация была в шаге от гражданской войны. Тогда Ельцин смог предотвратить этот сценарий. Но удастся ли во второй раз избежать этой войны или уже повторится 1917 год? Ну, я начну с того, что география без истории вечна, с моей точки зрения, не такая же невозможная, как пространство без времени. Потому что одно и то же пространство в разные отрезки времени исполняет совершенно разные функции, выглядит совершенно по-разному и наполнено совершенно разным смыслом. Как еще сказал Дмитрий Шопенгауэр в своей работе «Мир как воля и репрезентация, и представление», да? Пространство, знаете, время. Время, пространство. Не знаю, я эту работу не читал, признаться. Но ну, понятно же, что даже такое понятие, как географическая карта, давно сменилось электронной картой, которая обязана обновляться очень быстро, потому что время идет, пространство меняется. Дороги не было, дорога появилась. Ну, и все, кто ездит по Skype, по Google, понимают, о чем я говорю. Бывает, что карта еще старая, а местность поменялась. И тогда ты теряешь ориентацию. То есть вот это объединение пространства и времени – это совершенно неизбежная вещь. К сожалению, многие у нас... У нас, я имею в виду, на планете Земля, этого не понимают и почему-то мыслят категориями статичными. Для них вот Россия – это Россия, она всегда, с 15 века. А она очень разная была. Поверьте мне, как географу. И сейчас она совершенно не та, которая была прежде. Ну, одно дело ельцинская Россия, совсем другое дело путинская и так далее. И третье – Николая Александровича Романова, четвертое – сталинская и прочее. Тем не менее, есть, конечно, что-то общее, но инвариантов нет. Есть предрасположенность, там, генетические какие-то тенденции, но это вот так вот какой-то фиксированный территориальной структуры нет и не бывает. И одно дело Британия 48-го года, другое дело Британия 78-го года, и третье дело Британия 2023-го года. Разные страны, хотя, конечно, что-то общее у них есть. Но это такое философское вступление. Именно поэтому, кстати говоря, исторические аналогии, так же, как и географически, никогда со стопроцентной точностью не работают. Поэтому, ну, мало ли что было, а вовсе не факт, что это повторится. Почему я думаю, что путинская Россия после себя имеет гораздо больше шансов погрузиться в гражданскую войну, чем, например, Горбачевский Советский Союз или Ельцинский? Потому что, в частности... Ну, мы просто слишком предвзятые, слишком не умеем анализировать ситуацию, глядя со стороны, слишком болезненно это переживаем. Именно поэтому, там, скажем, те, кто винят Горбачева за то, что он развалил Советский Союз, как мне кажется, плохо понимают, что альтернативой было не сохранение Советского Союза, а вот гражданская война на территории Советского Союза. Горбачев... Худо ли, бедно ли, этот процесс спустил на тормозах. Без большой крови. С кровью, но без большой крови. И до сих пор добрые люди в странах Балтии Горбачеву выкатывают претензии за то, что он совершил с их точки зрения акты, там, может быть, геноцида, может быть, еще чего-то. Потому что при нем был расстрел Вильнюсского центра, да. И погибло там несколько человек, да. Но если бы на месте Горбачева был кто-нибудь другой, более раннего советского образца, то там погибли бы сотни тысяч человек. И еще неизвестно, что было бы с литовской свободой и демократией. То же самое с Грузией. Да, зарубили там, и, видимо, при том, что известно это было Горбачеву, по-моему, 14 человек саперными лопатками. Это чудовищно, отвратительно, гнусно.
Но я думаю, что в Тбилиси помнят историю 56-го года. И понимают, что, ну, те, кто может понимать, что история могла бы кончиться гораздо хуже. Так вот, Горбачев не был кровопийцей. Он не был также идиотом, и он не хотел, чтобы Советский Союз распался. Но он понимал, что у центра нет материальных, идейных, финансовых, военных даже ресурсов для того, чтобы удержать это пространство, не проливая реки крови. Но товарищ Сталин на его месте бы не сомневался и эти реки пролил бы, как было в 56-м году в Венгрии, там, в 68-м году в Чехословакии и так далее. Горбачев не стал. Никто ему за это не скажет спасибо. Не те, кто ему ставит в вину то, что он развалил Советский Союз, как бы за деньги Тэтчер, там напридумывали всякой ерунды. Не те, кто полагают, что Советский Союз должен был распасться мирно и благополучно, как в кукольном театре. На самом деле, вот произошло так, как произошло, потому что ни Ельцин, ни Горбачев, ни люди их поколения в большинстве своем не готовы были проливать такое количество кровищи, в частности, потому что помнили, или, во всяком случае, недалеко отстояли от Великой Отечественной войны. Не хотели войны. А сейчас путинская бригада, она за милую душу готова проливать эту самую кровищу и свою, и чужую в огромных количествах. И считает это даже как бы таким признаком политической силы. Почти всерьез принято сейчас гордиться тем, что Советский Союз потерял 27 миллионов человек. При том, что в Первую мировую войну все потери России и матушки при ужасном там царизме и при не очень умном государе Николая Александровича Романова, все потери было порядка 2 миллионов. Угу. То есть в 15 раз больше потери сталинские были. И за это его очень любят в моей любимой державе под названием Россия. Так вот, почему? Почему дальше? Потому что Путин уничтожил государственные институции. Ровно то, что отличает государство, самое маленькое, от мафии. Даже самое большое. В мафии все живут по законам паханата. Есть такие понятия. Они тоже как бы общеприняты. И пахан, в принципе, их должен соблюдать. Иначе ему там могут предъявить, как там на уголовном языке все это называется. Но то, что сделал Сталин, это даже хуже, чем мафия, потому что там никаких понятий не было. Там вот, что сказал хозяин, то и истина. Путин инстинктивно следует этому же принципу. Он уничтожил такой институт, как свободные, честные, конкурентные выборы. Уничтожил. Вот надо называть вещи своими именами. Кто власть контролирует, тот себе и нарисует с помощью Эллы Александровны Панфиловой необходимые результаты. Ну, эксплуатируя, естественно, там средства массовой информации, административный ресурс и фальсификационный ресурс, который сейчас стал неограниченным, потому что появилось так называемое электронное голосование. Он уничтожил парламентаризм. Потому что нет ни одной независимой партии, которая бы не кормилась с кремлевской ладошки и, соответственно, имела бы силу, право, смелость артикулировать какие-то альтернативные точки зрения. Хотя люди, которые так думают альтернативным образом, в России есть, и их много. А партии их, которая могла бы от их имени чего-то озвучивать, нет. Потенциальные лидеры такого рода движения или изгнаны из страны, фамилии не буду перечислять, они у всех на слуху, или убиты. Много фамилий, но назову только Бориса Ефимовича Немцова. Или посажены. Опять же, много фамилий, но вспомню только Навального, Яшина, Володю Карамурзу. Больше 20 миллионов человек не имеют политического представительства в этой стране. Соответственно, парламентаризм – это такая имитационная процедура. Суд, который обязан был бы защищать права граждан в соответствии с Конституцией, в частности, на право организовать свою собственную партию. Ну,
что это вот Зорькинский конституционный суд что-то способен защищать, кроме своих собственных интересов. Те судьи, которые высказывали свое частное мнение, угу, были такие. Анатолий Кононов, да, или там Ароновский Константин. Они исчезли. Ну, Кононов был, да, отправлен на пенсию, а Ароновский, по-видимому, сам ушел. Как-то его вытеснили. И теперь там все на задних лапках ходят и голосуют так, как надо. Но то же самое с независимой прессой. То же самое с Конституцией. В Конституции написаны более или менее правильные слова, которые Путин считает дееспособными и важными только тогда, когда они его устраивают. Если они его не устраивают, они не работают. Ну, например, 31-я статья, гарантирующая право на свободное собрание. Пытались свободно собираться и протестовать на улицах, получили тюремные сроки. О чем речь? Ну, короче говоря, из этого вытекает, что политические институты не работают. А какие работают? Каким-то образом он это пространство контролирует, с него налоги собирает, в частности, налог кровью, то есть рекрутов, забирает, ведет войну, дает приказы. Эти приказы исполняются. Не всегда, не в полной мере, и иногда спускаются на тормозах, но исполняются. То есть он осуществляет практическое руководство, не используя вот этих политических институций. Значит, на какой основе? На основе не права, а на основе страха. Если ты не выполнишь это приказание, тебе оторвут голову, посадят и так далее. Вот в нормальных условиях государство современное, если иметь в виду государство, если не средневековый султанат какой-нибудь, регулируется набором нормативных документов, параграфов, зафиксированных в законах, в Конституции и так далее. И тогда все понятно. Значит, если происходит провал в государственном менеджменте, если лидер теряет популярность, или если лидер совершает преступление, его в соответствии с законами отстраняют от власти и переназначают, переизбирают, находят альтернативного лидера страны. Так, вот, Дмитрий, по поводу альтернативного лидера. Ну и вот оттолкнулся от того, что вы сказали, что Горбачев все-таки не был идиотом. Но вот статья вчерашняя в New York Times известного колумниста Томаса Фридмана: Путин is the world's most dangerous fool. То есть Путин самый опасный идиот или дурак, идиот скорее правильно будет перевод, в мире. И в связи с этим вопрос, вот, довел ли он страну до такой точки, что можно уже говорить о начале этой войны за трон. К примеру, если брать фигуру нашего любимого Пригожина, обсуждаемого в каждом нашем эфире, на протяжении всей так называемой СВО он делает политические заявления, прямо шантажирует власть. Последние дни даже позволяет себе не просто критику, а прямые оскорбления, почти прямые оскорбления Путина, или так слабо завуалированные Путина лично, его окружение. Ну и сам глава ЧВК уже не скрывает свою предвыборную кампанию. Вот, к примеру, результаты телефонного опроса 10 мая 2023 года, вы видите на экране, публикуют связанные с Пригожиным источники в соцсетях. Вы видите Пригожина на втором месте, 39,7% после Путина. Ну и нельзя не вспомнить Кадырова, который фактически с первых дней войны тянет на себя дело как в военном направлении, так и яркими политическими заявлениями. Хотя, в отличие от того же Пригожина, Кадыров активно разыгрывает именно преданность Путину. Значит, ну смотрите, просто мне надо будет одной фразой договорить предыдущую логику. Поскольку Путин стер правовые механизмы, легальные механизмы, процесс передачи власти будет проходить в нелегальном поле, где вопрос о принадлежности власти определяется количеством винтовок за спиной у каждого лидера, или количеством крупнокалиберных пулеметов, или ракет, или еще чего-то. То есть Путин лишил Россию возможности легальной, спокойной, мирной, прописанной в законах смены власти. Вот просто он это возможность он обрубил. И в этом смысле прав Володин, который говорит: есть Путин, есть Россия, нет Путина. Тут Россию по себе
она как раз к этому определению очень хорошо относится, потому что, да, она существует только до той поры, пока есть Путин. Когда Путин уходит, его прихлебатели, Тагили, Бужин, Кадыров, Золотов, там, Бортников, начинают разбираться между собой, кто будет царем горы. Как они начинают разбираться? Уж точно не с помощью электоральных процедур. Они начинают разбираться с собой, меряясь у кого сколько вооруженных людей за спиной. И то, что сейчас произносит Кадыров, да, это признак того, что путинский вертикализм, связанный с его персональным вождизмом и тем, что ему подчиняются силовики, все население они глубоко искренне презирают. А вот силовые ресурсы, с ними надо как-то выстраивать отношения. И поэтому мы видим, какой кислое выражение на лице у господина Шойгу, как негодует господин Пригожин, как глубокомысленно молчит господин Золотов там, или господин Бортников, потому что они все считают, просчитывают варианты. Они понимают, они никогда этого не скажут, но они понимают, что Путин облажался. Путин не смог. Он не смог ни денацифицировать Украину, ни демилитаризировать Украину, ни захватить Киев, ни удержать Харьков, который как бы взял в клещи. Даже захваченный уже Херсон отдал, пришлось отдать. Теперь он не может даже то, что он сам артикулировал, продвинуться до границ Донецкой области. Даже это он не способен. И не способен взять даже тот самый Бахмут. А для Пригожина конкретно это край. Потому что ему оторвут голову. Его, тут, мне кажется, все понятно. У него тьма врагов. И он обещал Путину хоть какую-то победу, которую можно нарисовать на знаменах или на хоругвах. И до сих пор не может обеспечить. Значит, он уже начал орать, что виноваты те, кто не давали снарядов. Это значит, что соломку стелят. Это значит, что он объясняет, почему он не смог решить ту задачу, которую поставил Путин. Хотя тот ему дал полный карт-бланш. Деньги, право брать зэков, сколько возьмет, оружие и так далее. Пригожин не справился. Теперь он, значит, используя свой медийный ресурс, сваливает это все на Шойгу. Поскольку он человек в медийных делах очень хорошо наблыкавшийся, уже лет 10 он этими фабриками троллей играется, да, он хорошо звучит в массовом мышлении. Так же, как еще недавно звучал хорошо Кадыров. Он был самым известным из региональных лидеров. И, наверное, остается. Но Кадыров, как мы видим, слегка заткнулся в последние несколько месяцев, потому что не понимает. Раньше он всегда держался носом в хвост Путину, и эта стратегия всегда его приводила куда надо, укрепляла его позиции. А теперь все они начинают думать, а не случится ли что-то непредвиденного с Владимиром Владимировичем? И как жить дальше? Никакого там, никаких гарантий прав или еще чего-то в конституционном пространстве они не имеют и не желают иметь, и не могут иметь, потому что они сами эту конституцию, это конституционное пространство и законы стерли с лица, с географической карты России. Значит, они уже должны срочно формировать какие-то силовые блоки для того, чтобы защитить себя. Не просто там что-то захватить, а защитить себя и кусок своей территории. Поэтому, отвечая на ваш ключевой вопрос, что будет с Россией, представьте себя на месте Кадырова. На нем преступление висит примерно столько же, сколько на Путине. Он что, допустит какую-то там перемену, демократизацию в Москве? Да нет, конечно, он или туда придет вместе с Золотовской Росгвардией, пришлет своих кадыровских бойцов и с остатками отморозков того же самого Пригожина для того, чтобы затоптать демократизацию в Москве. Получится, потому что там может вдруг выступить, например, против них господин Шойгу. Не потому что он такой большой демократ, а потому что мне хочется, чтобы его на кол кадыровцы посадили или пригожинцы. Соответственно, наиболее вероятный исход такого конфликта – это война. Не то, что называется гражданская война. Нас в школе нам загадили мозги, в советской школе, разговоры о том, что гражданская война – это война народа против власти. Да никогда. Гражданская война – это война разных элитных групп,
элитных, ну, в смысле, не в смысле лучших людей, а в смысле людей, обладающих властными полномочиями, властными ресурсами и так далее. Вот эти товарищи друг с другом будут разбираться с помощью тех ресурсов, которые у них есть в руках. У Кадырова своя армия, у Пригожина своя армия, а не факт, что есть своя армия у Шойгу, то есть послушаются ли его вооруженные силы, но могут послушаться, а могут быть, может быть. Ну, у него уже есть свой, у него есть уже свой ЧВК, и таких уже, наверное, несколько десятков по самым скромным подсчетам. Наверное, да. Ну, в общем, они все, когда дело касается инстинкта самосохранения, они не дураки. Проблема в том, что, как географ мы с вами говорим, в этом пространстве, которое загадил своей жизнедеятельностью Владимир Владимирович Путин, мирного, легального выхода из такого рода конфликтов представить уже невозможно. Они, ну, в лучшем случае, они сядут, делегируют представителей своих мафий в какую-то общероссийскую хунту. Хунта – это, в общем-то, совет переводится. И сформируют что-то вроде латиноамериканского какого-то псевдогосударства, которое будет существовать до той поры, пока в хунте, как сейчас в Судане, не начнутся там внутренние разборки о том, у кого что длиннее, у кого больше ресурсов, и кто должен владеть этой нефтью, этим газом, и этими 145 миллионами лохов, которых они совершенно искренне презирают и считают только вот ресурсом живой силы. Вот, собственно говоря, почему я так думаю, что чем Путин дольше у власти, тем больше шансов, что история России, путинской России, завершится какими-то внутренними кровавыми разборками. Что на самом деле никому не в радость. Я понимаю, что есть многие люди, которые хотели бы свести счеты с Россией, но уверяю вас, что гражданская война на территории, набитой ядерным оружием, малоприятна для соседей тоже. И если это ядерное оружие, например, попадет господину Кадырову, то при всей моей искренней и глубокой неприязни к Владимиру Владимировичу Путину, я скажу, что эта ситуация будет хуже, чем сейчас. Потому что у Путина есть хоть какие-то тормоза в лице тех же самых генералов, которые, без которых он не может нажать кнопку. Генералы, ну, всякие бывают, но по большей части они все-таки не лишены инстинкта самосохранения. А вот эти там фундаменталисты, которых так или иначе будет привлекать на свою сторону господин Кадыров, им доступ к ядерной бомбе дает совершенно уникальные возможности очистить весь мир от скверны там геуров и еще кого-то. Ну, так что, Дмитрий, тут уже осторожным России быть. Дмитрий, осторожно, чтобы вас не записали в апологеты Кремля, критика, который, по сути, дает понять, что, собственно, альтернативы Путину. Да, простите. Я про это говорил неоднократно, и всякий раз мне говорили, что я проплаченный агент Кремля. Но я же говорю про то, что Путин создал такую ситуацию, когда после него в России лучше быть не может. Это не значит, что надо Путина холить или лелеять. Это значит, надо понимать, что после него может быть крайне неприятная ситуация. Ну, а то, что кто-то там скажет про меня что-то, ну, ради бога, господи. Просто я к этому не... Просто Иран, слава богу, существует, теократический Иран, сколько уже лет, и имея возможность создания ядерного оружия, я подозреваю, что они его создают не для разрушения человечества, а для укрепления и защиты собственного теократического режима. Но то, что называется, то таке, как у нас говорят в Украине. Спасибо большое за то, что были с нами, друзья. Дмитрий Орешкин. Дмитрий, спасибо.